יש. Раньше мы там ехали. Там так вымыло, что даже подъехать невозможно. Пробили здесь проход. С боковым уклоном, правда. Я этот шипу, а сука, ненавижу здесь. Так, все-таки снаружи сниму. А не сиди. Я понял, ты попадаешь задним колесом вот сюда. Езжай вперед. Еще один текунчик максимум сделай. Хотя навряд ли. Давай, езжай. Дави руль на меня. Стой. Давай туда руля и назад. Стой. Давай сейчас здесь. Сейчас ты выезжаешь с него. Давай, езжай. Дави его. Влево, насколько я понял. Не, сейчас еще, блядь, боковой уклон, блядь.
рваная машина, хрен будет тут вообще. Бля, я-то думаю, что на ней есть? О. Да, чтобы он меня снес нахуй отсюда, во, блядь. Я вообще не понимаю, куда, к какому камню. А зачем ты меня назад отпустил? Да, руля бери. Вот это парашное место, блядь. Да, я знаю. Да, что... Это, блядь, походу хуже нету, чем на Камрире, блядь. Давай чуть-чуть что-то туда. Ехали там нормально было, блядь. Стоп. ЯП, прошел. Руль выровни. Кошмар полный. Это самый выезд. Все, больше ничего нет. Раз приехали, блядь, там все залито. Яма, блядь. В три роста человека, блядь. Вышли выход, по-моему.